Всех витаю! Привет! 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 Вовик, а куда это мы едем? А куда это мы едем, а? Куда мы едем? Бабули с дедулей? Давай. О, бежит! Сёнте наша, Сёнте, Владимир Великий. Да. Едем в Канев. Привет, вот Тарас, привет. Оксана. Экипаж лотовый, пилот стюардесса. Штурман, да. Я хотела сказать, я первый пилот. Пассажиры. А вот это пассажиры. Да. Вип-персона. Вип-персона, да. Погода супер. Чартерный рейс. Солнечко чудово. Да, погода супер просто. Сейчас 11 утра. Должны сейчас диван привезти, но через 10 минут где-то нам должны его привезти. О, спасибо вам большое, это нам диван привезли, ура! Спасибо, здравствуйте. Ага, скажите спасибо большое Катерине. А водитель кто из вас? Я. А, спасибо вам большое, как вас зовут? Василий. Василию спасибо, диван привез. Уезжаем, и ждала только дивана я, потому что... Остальные еще пока остаются. Света у нас остается из Гали. А мы все уезжаем в Канев. Вот это вот такой у нас будет диван. Ну хорошо, приедем, потом покажем, какой у нас диван. И стол там мы Азизу заказали в этой же фирме. Большое спасибо, Катечка, тебе еще раз. И вам огромное спасибо, что вы привезли вовремя. Потому что мы уезжаем и жду, думаю, скорее бы вы приехали. Все, побежали. Ура, диван. Вовик, диван получили. Ух ты. Спортивная лошадь. Дорога в Канев. Туннель кохання. Спал всю дорогу. Уже в Канев приехали мы. Да сейчас повідомо, мамаша не захотіла тірамісу. Начинается сезон выкапывания картошки. Еще не начинается сезон, это просто ранний сорт, который убираем на рассаду, на семена. Участок маленький. Я тут сейчас всю капусту. Загончик, потому что обещают дожди, мы картошку выкопаем, а посеем сюда овес. Для того, чтобы потом этим зеленью кормить уток и коз. Ясно. О, главный помощник. Через поле, через гай бежит хлопчик, помогай. Їде на бабі хлопчик. Да. Їде верхи на бабусі і показує всім бусі. Да? Бабуся наш. І ми прийшли. Помощник, главный помощник. Помощник прийшов. Купай, то я сюди. Ага. Йдемо собі. Ой, он не хоче собирати. Все, чихает, у него аллергия. А, да, это чих... аллергия на картошку. Он киевлянин. Ничего. Киевлянин. Народ, ну, Киев, да, точно.
Нічого, этот людина... помощник наоборот отвлекает от работы. Людина села вийшла, село і на ім'я. Це про мене. Вон, смотри, какой, сколько картошки. Давай, показывай, Оксана, какая картошка. Калібрувати будемо потім. 500 картошки созрівають уже. Картошку, ти тільки картошку треба. Декаду июля. Потихеньку класти, не кидати. Забув названня, не хочу брати. Неплохой. Да. Картоплю тільки у відро кидати не можна. По-перше, щоб вона не побилась. Ні, це по-друге. А по-перше, щоб сусіди не почули, що ми вибираємо картоплю. Бо прийдуть питати. У сусідів більше, ніж у вас картошки. Відволікати від роботи. Так нам треба швиденько. Раз-два. Ось так. Це, в принципі, непоганий врожай. Так. Да. Вон сусідка йшла і казала, 3-4 великі картошки або 20 маленьких. То ми вирішили, що 3-4 великих – це краще. Вона сказала, красна і біла. От два сорти. Іди в неї спитай. Ось сусідка копає там. Тоже копає? Ну як, для себе видно, хто чи не копає. Оцю зелененьку кидається висіла. Вона коли зеленіє, то що, виходить це в неї у лейкопластах? Замість лейкопластів, лейкопласти преобразуються в хлоропласти. Під впливом світла, тому що це відгалудження, ну не відгалудження, буде зміна стебла, так? О, з цими ученими краще не збирати. Заморочить голову. Хлоропласти, лейкопласти, а є ще хлорофіли. Є ще і хромо. А в моркви. Прийшли ми в розливайку з Тарасом випити пиво. У нас через дорогу там такі... Локація. Модно, там бар називається. Коли багато сортів пива, там колонки прямо стоять і свіже пиво тобі наливають. І каже Тарас, а дайте, будь ласка, горішків на арахіс. А йому кажуть, у нас немає горіхів, у нас є тільки арахіс. І не дали йому горіхів, тобто... Ні, я сказав, дайте солоні горішки. Да, горішки. Вона сказала, у нас є тільки арахіс. Ох, кажу, ви такі-сякі. То наступний раз я до них прийду, скажу, дайте мені бобів до пива. І що вони тоді будуть робити? Арахіс, це ж бобове? Звісно. То ж боби. Ну, як називається? Те, що з боба вилущено. Ну, боби, да. Зернівка, ні? Бобів. Чи воно бобів? Це називається насінина. Насінина боба. Скажу, так. Дайте мені насіння бобів солоного. Вони скажуть, ні. А ти скажеш, смаком... я бутоник і покажу. Корочку покажу. Дипломом отако попиці їм, попиці надавав. Ви не праві, я права. Да. Будуть вони мені Тараса тут учити. Подивіться. Арахіс? Дівчата, привіт! Ого, які тикви тут ростуть. Смотрите. Кстати, сюди посеял? Да, і розсаду я, і садів я. Ага, і фіолетовая, і голубенькая, і беленькая, ще какая-то рябая. Ого, беленькая статиця, это сухоцвета. Посмотрите, какая шелковица здесь растет. Крупная. О, наши едут. Валера, Олег, ай, подожди, собачка, кыш, уходи ты, господи, ну чего, смотри, встал и все, ну что ты сделаешь с него? А котик вообще развалился, смотри, развалился. Привет. Всем привет. Да. Азиз, Тамара, все. Привет. Привет. О, привет, Олежа. Да, Валера. Привет. А, Миша, привет. Привет. Не показала, я забыла. Светланка, привет. Приветик. Приветик. Юля, поломаешь? Тамара, привет. Привет. Юлечка, говори привет. Скажи привет. Давай сюда. Красуня.
Какой красивый бантик у тебя, как мак. Такой голубой. Ты тоже, что ли, ботаник? Да? Ты что? Ты ботаник? Да. Как дед? Всем привет! Это что, из города? Очень приятно. Юля говорит, очень приятно. Так, киевский торт с фундуком. Так. Ты уже сразу на дороге ловишь. Да. А я им снимала, как они картошку как раз выкапывают, понимаешь? Да. Гости. Дорогие. Мы на час приехали раньше. Ми вже переспіли. Оце зріжте та обірвіть. Це ж Мішка зараз буде зрізати. Та будемо їсти зараз. Вішню буде зрізати? Чому? Так все буде чи половину тільки? Все? Море волнуется два. Море волнуется три. Морская фигурка замрыт. Развалились обои. У вас есть стрептокарпус, как цветет. Ваксиния цветет. Это уже все отцвело, уже она... Пышность, только вон два бутончика, три осталось. Угу. Семена надо убрать. Ешь. Че ты не будешь? Ешь, ем. Давай. Наша розповідь про... Вот так. Давай. Руки давай. Мокрый? Ну что, вже сухий. Давай. Наша розповідь про їжачка, про маленького, неслухняного, як спіткала малого біда, вже не жвавого, не рум'яного. Темнім лісі багато пригод, птахи, равлики, скунси, олені, та чогось потягнуло його на доріженьку асфальтовану. Їжачок, піднімись, піднімись, віжачок. Разом з нами посміхнись, їжачок. Навкруги озирнись, їжачок, їжачок. Але він перетвориться в зірку і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба, а він ціле у собі знайде, отак треба. Але він перетвориться в зірку і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде, хай він сили у собі знайде, хай він сили у собі знайде. Їжачок, 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 їжачок. Ура! Ура! Песня про ёжика была. Песня про зайца. Был. Так, грустную песню не поём. Всё, я пришла к Моньке. Надо это раз. А, вон и уже. Таро! А вот так не сложно. Юль, дивись, тільки, чтобы не кусту, він не розуміє, що ти його чистиш. Ові, що там Юля робить? Дань, тільки не кусай, Юля тебе чистить. Я чисту. Я чисту. О, драпанул. А-а-а, он увидел собаку. А як тебе звати? Дівчинку. Юля. Ми вчили не Люля, а Юля. А як вона говорить? Люля. Люля. Переведи. Юля. Ну, конечно, ты же у нас маленькая принцесса Юлечка. Юлечка. Строное. Строное. Что ты там увидела? Строное. Что ты тут увидела у меня? Так. Строное. 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 Маки считает. Она умеет считать? Считай, сколько маков на моем платье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять. А семь,
А 7, да? 1, 2, 3, 4, 5. Вот землероб универсальный. Ну, давайте, это да, который картошку копает, да, Миш? Да нет, это такой там подбор, давай там землю разрыхливать. Вот а окучивать и разрыхливать. Разрыхлив. А, наверное, сорняки убирает. Окучивает. Ага, понятно. Междурядник, плуг, культиватор, нож, бритва. Пороздообразователь с маркером. Э, Петлюк! Что ты хозяин учишь? Да, я читаю. Так, а сегодня чего вы будете делать? Маленького ось, колебачки, дивись. Нет, там на меже написано. Ставиться такое. Так, якоюсь стороною. Це не йде до пояса. Вот так воно йде, вот так воно йде, вот так. Вот так. Вот оце вверх. Я знаю. Тобі відповідаю так. Где наша Володька? Ася Юля. То есть це вот так? Ну да, Юля уже теперь сопротивляется. А Володька не сопротивляется. А пока нет. Можно. Ну, пока можно. Давай ей. Давай его, пока. Очередь до Володи у нас. Да, ну давай сначала одну ходить. А, да? Палец. А что дам двубев? Что дам двубев? Что, вкусных мало? Нет, таком взял, знаешь, таком. А таком? А мамка звякала? Не можно, не можно, Володька. Говорят, кусучий деден у нас. Ден кусучий. Малины, смотрите. Кусты малины. Молодцы! Чего так? А сейчас тата с дядем Тарасом молодцы. Подними просто. Есть! Хочу, подними. Сейчас я на ту сторону полетим. Вон, смотрите, сколько вишни. Какая... Сколько? Ух ты! О, как стало удобно. Хоть не мося. Не поїсти, не попити. Сколько вишен. Все такі темно. Вишні все такі темно-темно-бордові. Вкусні такі. Хоч вишні пахнуть. А так, коли зелені, то... Що, кисло? Щось не в та горло сокнуло їм. Сейчас покажу еще камсис, как цветет.
и буду помогать собирать. А? Камзис. Да. Великий, вишни. Угу. Огроменные какие, ну, действительно. Здесь с Вовой тоже, тут как тут, помощники. Ага, что помогай, пришли. Вован, ты пришел мне помогти? Вишни собирать, конечно. И Миша тоже вот пришел собирать. Снимать пробы. На врожай. Угу. Я хочу сказать, их чисто такие кисточок перебивают. І з цукром, да. І потім на торти в джем пускаю. От Мішка, та ти все робив. Одна зрительниця із Ізраїля. Сказала, зрительниця із Ізраїля. Я, говорит, обіцяла послати машинку для того, щоб убирати косточки, да, для Тані. Будемо чекати, посмотрим, що там за машинка. Що поїдемо в Ізраїль за машинкою. Віддячі тут, да? Угу. Сейчас покажу поближе. Юль, тебе дать шекли? Юль. А ну, цвет руку убери. Шекли и дать? Ты как ты, якого я винника поеду? Ты какого ты винника поедешь? Вот клей. Велик? Что говорит? Ты на велику хочешь ездить? Или к виннику, мы что-то не поняли. Ну, Олежка винник, наверное. Все. Таких не бачу, дівчат. Юль, що там, клей? Так. Да. Ти хотіла Юлі дати? Ну давай, Юля. Хочу. Так, хочу хоч сама з'їсти, тільки він щось. Він полегше. Що, вкусний? Ну, мені він подобається, він ще й корисний, тільки не знаю, клей полезний? Так. Да. А для чого він? Я не знаю, для чого, але колись мені один казав, що треба з'їсти. Ага, чуть ліпти в машину. А від чого ти носка? Треба в інтернет. Вікіпедія. Вікіпедія. Ні, він добре, мені дуже нравится. Так, добре. О, так, а ну. Вже є, ти. Я взагалі не знала, що його їсти можна. Да? Ми ж да? Всі, поки маленькі були, по сину кушали. І мисочку висипати, вишніки, да? Чекай, буде війде. Висипати, висипати. Ну, дай. А, є у мене зуби, ага. Поломаю зуб, зачем надо? Ты их поломаешь, на, кушай. Да там, Света, разве можно их кушать? Да, ай, у меня уже руки липкие стали. Ты, Люб, я вообще все детство свое проела клей. Да? Угу. Желать не знаю. Надо у Васи спросить. А мы проверим. На тебе. Добренькая племяшка. Да как-то не очень вкус, я тебе хочу сказать. Что, не нравится? А тебе что, нравится? Угу. Я люблю клей. Да? Люблю из этого и с абрикосы. Ты любишь жевать, надо же, ты в ним плюешься. Ай, перевела всю смакоту. Ну как же кота? Возможно, его же грызти. Ну это вкус моего детства. Что, есть нечего было? Слушай, вкус детства. Слушай. Угу. Надо у Васи спросить. Можно ли его кушать? Ну да. Ну, у меня Юля кушает.